Всем привет! С вами сервисный центр GSM Moscow, и сегодня мы с вами будем производить замену модуля Redmi Note 3 Pro. Для начала нам нужно снять заднюю часть. Приступим. Отстегиваем шлейф отпечатка пальца. Отстегиваем все защиты, выкручиваем все винты, снимаем АКБ и снимаем модуль. Итак, мы сняли модуль с рамки. Далее мы зачищаем рамку, берем специальный клей и приклеиваем новый модуль. И собираем все в обратном порядке.
Сегодня мы заменили модуль на Redmi Note 3 Pro. С вами был сервис-центр. Всем пока!